видел. Только знаю, есть надежда, что душа еще споет. Прожить бы, ох, успеть бы, посмотреть, кто после нас придет. Только знаю, есть надежда, что душа еще споет. Гармошка! И вам поэт! Ох, гармошка! Ох, гармошка! Есть гармошка, ты не убивай! Ах, прожить бы, ох, успеть бы! Посмотри, кто после нас придет! Только знаю, есть надежда, что душа еще споет! Жить бы, ох, успеть бы, посмотреть, кто после нас придет. Только знаю, есть надежда, что душа еще свою. Ах, прожить бы, ох, успеть бы, посмотри, кто после нас придет. Только знаю, есть надежда, что душа еще споет. Ах, прожить бы, ох, успеть бы, посмотри, кто после нас придет. Только знаю, есть надежда, что душа еще споет. Только знаю, есть надежда, что душа еще споет. День, дорогие друзья! У вас в гостях Российский центр «Играй гармонь», телепрограмма Первого канала «Играй гармонь», любимая, ансамбль Геннадия Заволокина-Чистушка, художественный руководитель, заслуженная артистка России Анастасия Заволокина! Встречайте! Анастасия и Захар Заволокины! Уважаемые друзья! Добрый день, дорогие амичи и гости столицы и области! Добро пожаловать на наш концерт «Христос воскресе!» Ну-ка глянь с под руки на дорожку, кто уходит, а кто к нам шагает, отыми у России гармошку, и Россия себя потеряет. 35 словно миг пролетело, но неведомо слово усталость. Все менялось, ломалось, старело, а народное прежний осталось. Ты появилась, как из тумана, заговорила нежно с экрана.
зарастали стёжки и дорожки. Только подольше пойте, гармошки. Позарастали стёжки и дорожки. Только подольше пойте, гармошки. Не видать, что дорожка крутая, видно это идти нам дорожкой. И навеки Россия святая породнилась с простою гармошкой. Ой, гармошка, гармошечка, девичьи мечты, сколько песен ласковых наиграла. Частушки, каждый вылез, каждый пет. Без гармошки ни гуляни, без частушки ни концерт. И гармошечно, гармошечный, трещоточно, свистулечный, потешно, присказулечный. Чтобы клялся и задор под веселый перебор. Чтобы было, было жару больше, чем от самовара. Чтобы было, было жару больше, чем от самовара. Здравствуйте еще разок, дорогие мечи. Как у вас настроение? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим по гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим по гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим по гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! С праздником! Песня по вашим просьбам, песня Геннадия Заволокина на слова Юрия Колоколова. От печки. Солист Захар Заволокин. Погрустим немножко. Кто знает, подпевайте. Твое тепло, мое тепло, вот и не холодно. Пусть льется свет из детских лет, пусть будет молода. Давайте сначала от поля и речки
с родного причала. От печки, от печки, где звезды сквозь рамы снега на крыле. От мамы давайте от печки. Твое тепло, мое тепло, после зимы весна. Зажжем огонь, возьмем гармонь, пусть говорит она. Сначала от поля и речки с родного причала, от печки, от печки, где звезды сквозь рамы снега на крылечке. Давайте от мамы, от Бога и свечки. Ha!
что, вроде начали потихоньку. Вам как, все видно, все слышно? Так, все приглажены, расчесаны. Ну, пойдем дальше. Рады видеть. Здорово, земляки. Кого на вас первого-то напустить? Такого, чтобы... Вот он, Алексей Ходаковский, наш солист-гармонист. Давай, Леш. У Алексея много побед на музыкальном поприще. Он лауреат всероссийских, международных фестивалей, конкурсов. На семейном фронте, кстати, дела идут тоже очень хорошо. Нормально. Пятеро сыновей. Да. И ведь что характерно? От одной. Единственной. Да, от той самой, которую встретил на катке, когда тебе было... О, сейчас, подожди. Мне 7,5. Во! Точно. И песня будет, собственно, сочинение. Алексей сам ее сочинил. Вот где-то там в скорости, когда встретил будущую супругу Викторию, освоил... Ящичек этот вот с кнопками, забыл, как называется. Гармошка. Да. Значит, слова народные, музыка народная, исполняет автор. Песня называется «Не стой, не стой». Кстати, песня жизненная. Вот все, как в ней поется, так на самом деле все и было. Да. Называется «Не стой, не стой». Иди домой. В одном дворе и песни пел одной тебе, и было нам по 8 лет, а у тебя один ответ. Не стой, не стой, иди домой. Я не хочу играть с тобой. Я не хочу играть с тобой. Иди домой. Сидели в школе мы с тобой за первой партой, за одной, и было нам по 10 лет, а у тебя один ответ. Не стой, не стой, иди домой. Я не хочу дружить с тобой. Я не хочу дружить с тобой. Иди домой. И шли года, взрослели мы, и я во двор носил цветы. И было нам 16 лет, а у тебя один ответ. Не стой, не стой, иди домой. Я не хочу гулять с тобой. Я не хочу гулять с тобой. Иди домой. Прошло с тех пор, пришел проситься я во двор. И первый раз за столько лет услышал я другой ответ. Постой, постой, любимый мой, согласна стать твоей женой. Постой, 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 любимый мой, согласна век прожить с тобой. Постой, постой. Любимый мой, согласна стать твоей женой. Постой, постой, любимый мой, согласна век прожить с тобой. И вот сейчас с тобой вдвоем вполне мы счастливо живем. Имеем 5 детей, из них 5 сыновей. За все тебя благодарю, весь мир тебе я подарю, и вновь тебе я пропою, что ты душой, тебя люблю. И вновь тебе я со всей душой тебя люблю.
приездом в городе Омске. Как говорил Геннадий Заволокин, плохих не держим. Дорогие друзья, должна вам сообщить, что наш концерт снимает Омский музыкальный канал. Идет онлайн-трансляция. Попрошу иметь это на заметочке. Это всегда приятно. Внимание, внимание к гармошке, внимание к событию. Я думаю, и вам тоже. Это тоже радостно. Ну а коль я уже произнесла это имя, Геннадий Заволокин, наверное, стоит, дорогие омичи, вспомнить о том, что в этом году отмечается 75-летие со дня рождения народного артиста России, лауреата государственных премий Российской Федерации, автора и ведущего телепередачи «Играй гармонь» Первого канала, композитора Геннадия Дмитриевича Заволокина. Его памяти, в честь него мы споем народное произведение «Страдания по Заволокину». Заволокин на гармошке нам играл. Не найти такой деревни, чтоб гармонист не заиграл. Заволокина не знал, Волга Каспию течет, а на север Лена. Ах, вернул гармонь народу Заволокин Лена. Где-то сгорает лето, и до рассвета гармонь проплачет вновь. Это давно пропето, но не допета та песня про любовь. И таким знакомым веет от забытой песни той на нас. Вечная память верному сыну России. Как вы уже поняли и заметили, дорогие друзья, мы приехали не только старшим составом ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка», но и младшие наши сегодня с нами. Не всегда получается взять их с собой. Это наши дети. Никто не приблудился другой какой-нибудь. Все наши, самородные. У кого поскольку. Ну, к концу концерта мы с вами выясним, кто чей. Дети точно знают, кто.
выясним. Пока у нас по плану песня как раз в исполнении молодежи. И, в общем-то, ребятки сами сейчас объявят. Мы практически сегодня, ну, без нескольких человек, полным составом. Анастасия, пожалуйста. Эту песню подарил нашему ансамблю гармонист золотой десятки России, преподаватель по классу гармонии, житель Горно-Сибирска Леонид Чудов. А мы, в свою очередь, дарим ее вам, дорогие зрители. Песня называется... «Гости». Следующие частушки, наверное, вам напомнят мелодии из репертуара Государственного академического кубанского казачьего хора. И не удивляйтесь, мы с этим коллективом давно дружим. У нас вообще в последнее время очень много встреч с большими народными хорами. Мы встречались вот в феврале с кубанским хором, много записали, сняли у них песен. Совсем недавно на Урале были, в Екатеринбурге, Уральский народный хор посетил нашу съемку. И сегодня планируем поснимать ваш родной Омский русский народный хор. Так что, если кто-то располагает временем, после концерта через полчаса встречаемся в сквере около этого прекрасного храма, здесь, рядом с концертным залом. Оставайтесь, вы не пожалеете, у нас планируются интересные съемки, сюжеты и к 9 мая, и пасхальные. Ну а пока кубанско-сибирские частушки! Ха-ха-хай!
казачьим на коне. Вольно катаюсь. Ой, девка, беда, ой, девчина, беда, мне деваться некуда. Полюбила казачину, полюбила казачину, лопатой борода. Уши затыкаются! Одни усищи пышные. Эх, казачка на носок, эх, казачка на носок, как это твоя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Эх, казачка, руки-боги, эх, казачка, руки-боги, а это присяга. На той стороне лошади, коровы, а на этой стороне казачки чернобровы. Четыре шлёпли вам из Сибири, веселяя припевая. Дорогие друзья, сейчас для вас сыграет молодой гармонист. Вот у нас Алексей Ходаковский-старший исполнял песню «Не стой, не стой». А теперь Алексей Ходаковский-младший сыграет вам на гармонии. Танго в стиле ретро «Утомленное солнце». Алексей Алексеевич Ходаковский, город Новосибирск, Российская Федерация. Первые шаги на большой сцене. Сын своего отца. Песня Геннадия Заволокина на стихи московского поэта Вадима Семернина. Называется она «Простое русское ура». Посвящается доблестным защитникам Отечества. Солист, заслуженный артист России Владимир Гайдуков.
Врагов российское ура, победа воина, сестра, мы грянем громкое ура. Не зря запомнили века, удар российского штыка, века, рука и сталь остра, мы грянем русское ура! 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 Оно времен Петра! Ура! Ура! С Азова и Полтавы добыло наше русское ура! Себе в боях невиданную славу! В строю от первых дней дружны со славою своей. Гремит сегодня и вчера над нами русское! Ура! 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 На страх врагам и с ним бою не страшно нам. Бежит за нами детвора и шаг печали! Ура! 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 Для блага и добра! Ура! Ура! Оно не для разбоя, нас бой водило русское! Ура! Когда уже никак нельзя без боя! Золотей, золотей, Дашечка! Канареечка, шарфом поет! Здравствуйте, товарищи артисты! Здравия желаю, товарищ Гайдуков! Молодцы, дай держать! Я с ним не раз в поход ходил, и нас никто не победил. Так вспомним русское ура! Ура, ребятушки, ура! Не зря запомнили века, удар российского штыка, крепка рука и сталь остра, и грянем русские! Ура! 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 Припомнить нам пора! Ура! Ура! От деда и до внука простое наше русское ура! А в нем живет Суворова наука! Простое наше русское ура! А в нем живет Суворова наука! Солдатушки, бравые петушки, где же ваши деды? Наши деды, славные победы, вот где наши деды! Наши деды, славные победы, вот где наши деды! Геннадия Золотина «Частушка». Спасибо большое. Следующая песня. Достаточно новая песня. Волнуемся. Песня Анастасии Заволокиной на стихи петербургского поэта Николая Рачкова. Называется она «Золотая радость». Кстати, в этой песне мы используем редкую ныне гармонь. Вот у Гриши она в руках. Это елецкая рояльная. Она распространена в Центральном Черноземье, Воронежская, Липецкая области. И необычна она тем, что у нее клавиши, кнопки с обеих сторон от грифа. Ну-ка, Гриш, покажи маленечко. Вот этот инструмент мы купили там, под Ельцом, да, где-то в Липецкой области. Не так давно Гриша его освоил. У нее такой звук, знаете, с 19 века. Маленько, покажи мотаню. Ну, Гриша себя еще покажет, а сейчас «Золотая радость». Далекий друг ты мой сердечный, золотую радость ты не проворочь. В стороне туманной, в стороне заречной, затерялась в вербах, чья это гармонь? От кого в купавах
захоронилась дудка, затаилась в роще певчая свирель, чья там на крылечке дремлет прибаутка, словно добрый, теплый и пушистый зверь. Где же, как же, с кем же гулять пойду? Там же, так же, с той же любовь найду. А ну посорни! А ну-ка разойдись! Дайте мне дорогу к кончему порогу! Пахнет иван-чаем у лесных сторожек, запах земляники голову пьянит. Сбросила береза малахит сережек, только лунный воздух все еще звенит. Выйди рано, рано, глянь-ка за ворота, если золотая радость дорога, темный бархат неба разрезает кто-то, и перо жар птицы падает в луга. Где же, как же, с кем же гулять пойду? Там же, так же, с той же любовь найду. Дайте, дайте ходику веселому народику, а шаркнем по душе, и нету сил уже. Друг ты мой далекий, друг ты мой сердечный, золотую радость ты не проворон. Ну что, представишь, племеша? О, отлично. Представлю. Как раз он на зарядку. Племеша. Нарядочку привез. Внук Геннадия Заволокина, Григорий Смоленинов. На дедовой гармоне Гриша освоил многие инструменты, недавно работает вместе с нами. После окончания музыкального колледжа Новосибирска пришел работать в нашу организацию. Мы долго думали, сомневались, с испытательным сроком взяли. Было. Вот. Долго отучали его от длинных волос, кожаных штанов, но отучили. Было. Сейчас у Григория в руках, кстати, гармошка нашего деда Дмитрия Захаровича Заволокина, которую Геннадий Дмитриевич подарил нашему деду. Это сибирская однорядка. Очень редкий ныне инструмент. Практически никто не играет. А раньше в городе Томске была целая гармонная слобода, целая улица, где жили мастера. Но вот благодаря таким молодым, перспективным музыкантам. И, пожалуйста, скидку на заволокинскую фамилию не делаем ему. Принимаем как есть. Григорий Смоленинов, сибирская однорядка. Сибирские наигрыши с попевочками. Подгорная. Памяти деда. Thank you.
ребята, всех пинти культя пистею. А елочки, сосеночки, да зеленые шишки, пошли, пошли, пошли плясать без передышки. Григорий Смоленинов! Говорит, можно еще одну? Разгулялась курица по борщу, у нас бабушка говорила. Гриша сам тут приготовил песню вам. Нам ее подарил один очень хороший человек. Батюшка из Тюменской области, иерей Евгений Пуртов. Участник нашей передачи, неоднократный гармонист «Золотой десятки» России. И в начале своего служения Господу он работал, служил звонарем в маленьком церкви, в маленьком селе в Тюменской области. И написал песню, так она и называется, «Про звонаря» или «Звонарь». Григорий Смоленинов. Ну, а мы подыграем, подпоем. Нелегка бывает доля звонаря, но я не жалуюсь на Божие призвание. И чтоб возрадовались небо и земля, несу смиренное это послушание. Как ветер вольный между небом и землей, так колокольный перезвон польется мой во славу Божию. И к радости людей забудь звонарь, о трудной долечке своей. Искусство звона не осилить самому, лишь только мастер одарит тебя, как тьму свеча. И у станка я Бога вновь благодарю, послал мне Владимира Марьяныча. Как ветер вольный между небом и землей, так как колокольный перезвон польется мой. И к радости людей забудь звонарь, о трудной долюшке своей. Дождик, то кусают холода, то не всегда бывает в духе настоятель. Но Христос воскрес, всегда поют колокола, и все проблемы решатся обязательно. Как ветер вольный между небом и землей, так колокольный перезвон польется мой во славу Божию. И к радости людей забудь звонарь, о трудной долюшке своей. Как ветер вольный между небом и землей, так колокольный перезвон польется мой во славу Божию. И к радости людей забудь звонарь, о трудной долюшке своей.
Спасибо, друзья. Следующая песня называется «Все устроится», и нам бы очень хотелось, чтобы вот это название было созвучно из жизни, и чтобы у нас, в нашей прекрасной стране России, все устроилось. Слова Николая Рачкова, музыка вашей покорной слуги. Зло растает где-то в Англии. Ох, в Англии будет радостно, как на Троицу в каждом городе и селе. Будет тяга к родному кровному, вспыхнет светом любви очаг. Будет все, конечно, по-новому, и немножечко все не так. Красоты не вернет былой. Эх, былой. Но расколется, вновь околется песни звонкой и удалой. Ну а люди людьми останутся, и корова, и шалаше. Сердцем к сердцу они потянутся, как привыкли душа к душе. Заслуженная артистка России Анастасия Заволокина! Спасибо, друзья! Ну, коль спела сестра, мы, правда, с Захаром пели, очень хочется, Захар, тебя попросить спеть песню нашу, заветную. Спою. Чего не спеть-то? Я такую песню, знаете, спою. Нашу корневую, заветную, заволокинскую. Мы сами ведь тоже сибиряки. Родину свою не оставляем, никуда не уезжаем. Будем помирать тоже тут. Вот. А род наш... Спасибо. А род наш заволокинский оказался в Сибири. В конце 20-х годов наших предков, деда Захара и деда Елизара, в составе спецпереселенцев, как расказаченных, как раскулаченных, сослали на самый север Томской области, в поселок Парабель. Это на самом севере, Васюганье. Сослали их на верную погибель. Это лесоповал, Раскорчевка, тайга, гнус, мороз. Жили в землянках они, но выжили. Войну прошел дед. Вернулся, ранен весь. Четверых детей они родили. В люди их вывели. Вот там-то в свое время и появились на свет в 46-м Александр, в 48-м Геннадий, братья Заволокины, родоначальники, основатели всероссийского движения «Играй гармонь». И вот эта песня, она с тех самых мест, с тех самых времен. Называется она «Ах ты, доля». Нашим предкам, крестьянам, труженикам, страдальцам с благодарностью посвящается.
ты доля, моя доля, мать сибирская земля. Полетел бы крылатой птицею над тобою нынче я. Полетел бы крылатой птицею над тобою нынче я. Все в тайге дороги знаю, знаю каждый поворот. Укажи ты мне, ветер вольный, да где судьба моя живет? Ветер стих, тайга примолкла, будто думает она. Думать нечего, а судьба моя, ты родная сторона. Судьба моя, ты родная сторона. Заслуженный артист России Захар Заволокин! Спасибо, друзья! Ну, на сцене вновь наши ребята, молодежь, так сказать, дорогу молодым. Песня шуточная, народная, хотя музыку написал Геннадий Заволокин. Ну, слова точно народные. Солистка Анастасия Гайдукова с гармошкой Григорий Смоленинов исполняют все, называется «Кум Гаврила». Кум Гаврила в сапогах, кум Гаврила в сапогах. Эй, здоровый ты, парень! Да слава Богу! Ты чё в сапогах-то, ну? Михаил Иван Иванович, да Митька Чемляков, да Митюха Чемляков. А вот это кто вообще? Кто это? Где иду? Чудакова в Пашке нету, а где его дом? Чудакова в Пашке нету, а где его дом? А где твои-то? Даня Кубайтович за стеном поехал. Ну, наконец-то, собрались хоть. Опа, 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 опа. Ха-х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 а
наши там рассекают, а мы здесь рассекем, а мы здесь рассекем. Ну давай, давай! Сковороник, 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 песни пел. Веселый товарищ! Ансамбль Геннадия Залокина «Частушка». Вот последний как раз Гаврила побежал, но пока не кум. Песня, основанная на частушках казаков Прибайкалья. Знаете такие, с желтыми, которые околышками, с желтыми лампасиками. Нам в свое время, мы были в Иркутске, и потомственный казак, скульптор, художник, поэт Михаил Трофимов, царство ему небесное, подарил сборник «Тысяча казачьих частушек. Посреди России встану». Иркутск, он примерно Байкал, вот где-то географически посередине. Мы почитали, изучили, вдохновились. Очень нам понравились частушки. Все чистые, вкусные. Ни капельки нет там, ни одной червоточинки, ни одной клубничек-ковчинки. И на основе этих частушек родилась эта песня. Песня «Частушки». Частушки казаков Восточной Сибири. Посреди России встану. Солисты Сергей Макуха и Елена Огневец. Кстати, Лена родом из Иркутска. Посреди России встану и наша школа оборвусь. Помолись, казачка, Богу, буду всегда хворачить. Ох ты, не плачь, не рыдай, родная, попроси покрепче Бога, а буду жить, так ворочу. Я не плачу, не рыдаю, попрошу покрепче Бога, а буду жить, так воротись. Ворочу! Пашет и воюет, пляшет тоже хорошо, целует тоже ничего. Хорошо, пашем и воюем, пляшем тоже хорошо, целуем тоже ничего. Ничего! На войну поедем с братом из родительских ворот. Запоем казачью песню, пусть заплачет весь народ. Ох, запоем, затянем, ох, протяжную, заунывную, ох, пусть запоет весь народ. Ох, запоют, затянут, ох, протяжную, заунывную, ох, пусть запоет весь народ. Весь народ! По колен крови рубиться, да за Россеюшку свою. Ох, помолись, мама, будем биться. По колен крови рубиться, да за Россеюшку свою, за свою. Будем биться, эх, рубиться, за Россеюшку свою.
Песня по вашей просьбе. Песня Геннадия Заволокина на стихи прекрасного русского северного поэта Николая Михайловича Рубцова. «В этой деревне огни не погашены», или ее второе название «Зимняя песня». Солист, заслуженный артист России Владимир Гайдуков. В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудно и трудно все забывается, светлые звезды горят. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Эй! Кто мне сказал, что во мгле заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал, друг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал, друг? Деревни огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Спасибо, друзья, спасибо. Спасибо, дорогие. Песня Геннадия Заволокина. Без нее не обходится ни один наш концерт. А уж сегодня ее спеть, исполнить сам Бог велел. Слова и музыка Геннадия Заволокина. И жить будем! Говорили наши деды на раздольной, на Руси, повидали смуты беды, Боже правый упаси. Но в любые лихолетия наше братья живет, и как прошлые столетия снова плачет и поет. Будем и с молитвой нашу Русь защищать будем. Русь долго запрягает, любит быструю езду, терпеливо принимает за бедою он беду. И житью никто не рад, только церковь рать святая поведет заблудший час. И жить будем, и гулять будем.
славный наш народ. Знает, кто ему поможет, знает, кто его спасет. Без уныния и лени мы беду прогоним прочь. Встанем, братцы, на колени, чтоб подняться во всю мощь. И спасибо, дорогие наши. Ну вы как, ничего, не устали? Продолжаем разговор. Что вы, следующее произведение очень любимо в народе. Это «Цыганочка». Они ее тоже сегодня просили и часто просят на всех концертах. Она у нас особенная. Родилась на основе вариаций «Цыганочек-гармонистов». Кто уже никогда не выступит в передаче «Играй гармонь», оставив яркий и незабываемый след в истории нашей телепрограммы, они ушли в мир иной. Но вот так вот через гармонь, через эту самую цыганочку, их души будут здесь, рядышком. Тут и цыганочка Виталия Королева из Ярославской области, Анатолия Заверюхина из Хабаровска, Сергея Сметанина из Архангельска. Подсказывайте. Геннадия Музурова из республики Коми. И, конечно, знаменитая цыганочка в начале будет Геннадия Заволокина. Как сказал один вологодский гармонист Василий Невзоров, незадолго до того, как ушел от нас из этой жизни, он сказал: «Я скоро умру, но я и оттуда вам сыграю. Вы только слушайте». Слушайте, послушаем, дорогие мечи.
уж цыганочка, так цыганочка, да? Да, друзья, я тоже очень люблю. А как Геннадий Заволокин играл цыганочку, ребята, это только вот воспоминания. Причем ни для кадра, ни для там съемки или на концерте, это все равно немножко другое. А когда вот он от души, где-то, может быть, для двух-трех человек, где-то на каких-то праздниках семейных или когда близкие собираются, небольшой круг в застольях, это, конечно, особая история. Вспомнила, навеяла, Царствие Небесное. Ну, дальше идем. Песня серьезная. На стихи Романаха Романа. Ребятки, заходите. В Омске это будет премьера. Музыка родилась в коллективе. А? Пилу-то ладно! Она выдержит! Люди бы выдержали, а? Жизнь-то все крепчает, да крепчает. Нам тоже надо быть крепкими. А где крепость эту найти, друзья? В вере православной мы так считаем, а вы? Песня называется «Ангел Родины». Лунное око в ночи смотрит на звездную дрожь. Что же ты, что ж ты молчишь? Родина, что ж не поешь? Видно, всему вышел срок. В саван закутана Русь. То ли слеза, то ли снежок студит глаза на ветру. Знаю красоту полей, и все же верю в чистоту людей. Отмолит ангел родины моей, отмолит ангел родины моей. Кому плачем будить? Ну же, вставай, ну, очнись! Нам без тебя не прожить. Стынет великая тишь, сердце кровавят, как мощь. Что ж ты молчишь? Что ж ты молчишь? Родина, что ж не встаешь? И все же знаю красоту полей, и все же верю в чистоту людей. Отмолит ангел родины моей, отмолит ангел родины моей. Заслуженная артистка России Анастасия Заволокина!
Спасибо, дорогие наши, спасибо. Ну, еще один гармонист сыграет, вы не против? Так, это у нас получается Леха Ходаковский играл, это Лехин, получается, четвертый, да? А сейчас первый будет Евгений Ходаковский, преподаватель по классу района. Простите, гармонии, конечно же. Преподаватель по классу гармонии, человек, отличившийся на многих фестивалях и конкурсах гармонистов. И что сыграешь, Жень? Обработку русской народной песни «Как по морю». А, как раз Сергея Сметанина, архангельского гармониста. Поедем с вами, друзья, на русский север, в Архангельскую область. Аплодисменты! Женя сейчас, кстати, работает тут неподалеку от вас, в Новосибирской области, поселок Чины. Тут вот по дороге между Калачинском, как говорится, и Барабинском. И вчера мы ехали на поезде, смотрю в окно, бежит, там две минутки поезд стоит. Бежит Женька с гармошкой. Не в тот вагон забежал, но ничего, потом внутри прошел. Нашлись, успел. Курочку поели, яички поели. Все, с родителями встретился, к вам приехали, выступили, слава богу. Вы как, вообще не устали? Нормально? Песня серьезная. Написанная она отцом в далеких 90-х, в самом начале 90-х годов, 93-92 год. Ему как-то попалось. Помните, был раньше журнал «Работница», «Крестьянка». И там было стихотворение ленинградского барда по имени Александр Башлачев, впоследствии ставшего знаменитым рок-музыкантом Александром Саш Баш, его звали, ленинградский рок-клуб. Безвременно, конечно, как все молодые рокеры, покинувшего этот мир. Песня называлась «Время», стихотворение называлось «Время колокольчиков», и отец написал на нее музыку. И сейчас уже прошло 30 лет, и смысл песни ни капельки не утратился, даже, может быть, усилился. Солист Сергей Макуха и
Григорий Смоленинов. Время колокольчиков. Все снесли и остались вольными, ели снег с кашею березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач не жалели соли мы, сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Извини, извини, сердце под рубашкой. Объявление. Полгода назад Российский центр «Играй гармонь» совместно с Первым каналом российского телевидения объявил общественную акцию под названием «Играй гармонь победная». Мы собираем средства по всей России в помощь российским воинам, которые сейчас находится на передовой, на фронте. Там очень много наших участников программы.
гармонистов. Мы передали туда уже две гармонии, третью готовим для поднятия боевого духа. Ну и, конечно, самая главная помощь, самая необходимая – это лекарства, медикаменты, рации, бинокли и так далее, и так далее. Участвует вся Россия, друзья. Мы были уже в каких городах? Помогайте, ребятушки. Челябинск, оттуда пойдем полгода назад. Челябинск, Барнаул, Курган, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Краснодар, Краснодарский край, Кемерово, Новокузнецк и так далее, и так далее. Вот мы приехали в Омск, друзья, и надеемся, что амичи тоже не подведут. Нужны там ребяткам наши поддержка, сочувствие, содействие, помощь. Они должны чувствовать, что вся Россия с ними, что мы рядом, пусть незримо, но мы рядышком, и мы за них, за победу. Перед вами, друзья, вот здесь, посередине, да? Посередине находится плакат, где вы видите информацию, там же QR-код. Кому удобно, друзья, можно использовать QR-код, кому удобнее, используйте, пожалуйста, жертвенник, небольшой такой ящичек, и сделать пожертвование в помощь нашим дорогим воинам можно прямо сейчас, во время концерта. Еще скажу, что часть средств от нашей с вами встречи сегодня здесь, в этом концертном зале города Омска, тоже пойдут в помощь воинам СВО. Заранее вам благодарны, друзья. Низкий поклон. Армия дерется, мой братишка впереди. Скоро, скоро он вернется с орденами на груди. Ой, здравствуй, мой сад, здравствуйте, любимые. Возвратятся к нам с победой воины родимые. Возвратятся к нам с победой воины родимые. Спаси Господи, люди добрые! Нас братья!
Ансамбль Геннадия Золокина «Частушка». А Настя рассказывала, что мы уже пару гармошек на Донбасс передали. Там они уже играют, дух поднимают. Ну, а теперь мужчины ансамбля «Частушка» женщинам города Омска и всего Прииртышья. Песня городских окраин, фабричных застав, песня молодости наших родителей. «Никто тебя не любит так, как мы». Я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну кто тебе сказал, что нынче осень? И листья, облетевшие в саду. Ну кто тебе сказал, что ровно восемь? К тебе я, дорогая, не приду. Где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспоминаю я твои глаза, любимая, хорошая моя. Ну, где же ты? Кого твое сердце стучит, с кем ты делишь печаль? Кого твое сердце стучит, с кем ты делишь печаль? Звучит праздничная плясовая. Стихи Нины Бузуверовой, музыка Геннадия Заволокина. С праздником, праздником! Гуляем! Весело в законе
Чей, да? А давайте-ка обещали, так покажем, кто чей. По семьям встанем все. Ребятишки, спасибо. Бегите к своим родителям. Ну что, наверное, сколько веревочки не виться, конец все-таки близок. Нас с вами ждет съемка, друзья. Напоминаю, кто располагает временем, пожалуйста, приходите в сквер вот перед храмом, здесь, рядом с концертным залом. Будет съемочка, сюжеты минут через 30 после окончания концерта. Ну а мы с пожеланиями добра, радости, всего самого наилучшего будем с вами. До свиданькаться. Захар, тебе слово. Ой, дорогие друзья, я коротенько. Давайте скажем друг другу спасибо. Давайте улыбнемся, встрепенемся. Спасибо за ваши глаза, за ваши аплодисменты, за то, что пришли, за то, что смотрите нашу передачу в воскресные субботние дни, в это маленькое окошечко, которое ей дали на нашем телевидении, где показан простой человек. Экскаваторщик, доктор наук, хлебороб, горожанин, сельский житель. В момент высокого творческого взлета. И Господь нам помогает
Народ нам помогает, народ нам доверяет. Спасибо огромное. Низкий поклон. Давайте жить, давайте петь, давайте друг другу в гости ходить. На пироги, на шанги, на крошку. Меня всегда можете позвать на крошку, например. Да, Захар только за завтраком 99 пельменей съедает. Сибиряки ведь они это, на живот пузатые, да? Это говорят. Да. В общем, храни вас всех Господь, с Пасхой вас Христовой. Пусть радость переполняет весь год, до следующей Пасхи, даст Бог, доживем. Простите, что не так. С приветом к вам, Круглов Иван. Мы сегодня ночью, друзья, были в вашем кафедральном соборе, снимали сюжеты к пасхальным программам, прошли крестный ход, кричали «Воистину воскресе!» Это, конечно, незабываемо. Как у вас звонят колокола, какая красота! Сегодня проснулась тоже под звон, я его узнала, это тоже из того же храма, тот же звон. Прекрасный храм. Как здорово, что его восстановили. Мы приезжали в город Омск, когда его не было. Потом несколько раз были, когда он уже стоял. Успенский ваш кафедральный собор. Гордитесь тем, что у вас есть омичи. Любите свой город, пожалуйста. Храните, цените. И дай Бог, у нас все получится, потому что мы любим Родину. А это самое главное. Особенно сегодня. Кстати, впереди победа. Это да. Дорогие наши, прозвучит песня по вашим просьбам, песня Геннадия Заволокина «Я деревня, я село». И пусть стучат наши сердца, пусть светлеют наши души. И самое главное, пусть нас всех хранит Господь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Я деревня, я село, наши крыши повело. Ты досада, а я злость, все скривилось, расползлось. Плачет речка, стонет луг, боль повсюду и вокруг. Я деревня, я село, наше поле заросло. Эх, деревня, матушка, где мужик твой, батюшка? Эй, ну-ка, братцы, солнце стряхнем. И пойдет. Ну давай, а ну давай, давай, мужики! Я деревня, я село, наше время подошло. Ну-ка вспомним. А было, как гуляли всем селом. Снова шапку заломлю, я не плачу, я люблю. Снова шапку заломлю, я не плачу, я люблю. Приезжайте, приезжайте!
Мы деревня, мы село, все же будет весело. Ну-ка вспомним о былом, как гуляли всем селом. Снова шапку заломлю, эй, я не плачу, я люблю. Спасибо за теплый и радушный прием. До свидания. До новых встреч в эфире. Встречаемся через 30 минут на съемочку.